избыточно сложна для тех, кто пытается понять, что такое экономика. Это книга для чтения. Там сам термин появляется в самом конце. Вот. Ну да, я не стал бы ее как бы издавать, если бы там не было пользы. Но в принципе это не книга в том смысле, что ее нельзя считать лежа в гамаке. Будет тяжелый эффект. Это набор текстов, в том числе записок разнообразного жанра. Кое-что самые игривые и веселые тексты благодаря усилиям коллеги Александра.